Всем привет, в этом видео посмотрим, как идут игры на смартфоне Honor 10i. Начнем с первой игры GTA San Andreas. Запустим, посмотрим, как она работает на максимальных настройках графики. Так. Оффлайн. Настройки. Видим, какой уровень стоит по умолчанию. Ставим все на максимум. Так, и запускаем игру. Ожидаем включения. Так, игра загрузилась. Смотрим, как работает. И видим, что работает игра хорошо. На максимальной графике. Без проблем, не тормозит. В принципе, играбельный уровень. Понятно, что тут максимальный уровень для этого устройства. И, например, для какого-то там флагмана Huawei P30. Он немножко отличается. Тут максимальный уровень ниже. Поэтому, собственно, и все работает плавно. То есть тут не самый максимальный уровень, который может быть в GTA San Andreas. Тут он урезан, но для этого устройства на максимальном уровне работает отлично. Мы закрываем GTA San Andreas, переходим к следующей игре. Следующей игрой будет PUBG Mobile. Запускаем PUBG, также оцениваем скорость загрузки этой игры. И также посмотрим на максимальные графики. Загружается PUBG. Настройки. Графика. Можно поставить на высокий уровень, максимум уже не поддерживается. Вот высокий. Ставим. Так, закрываем, начинаем игру. И увидите уже игровой процесс, посмотрим, как игра работает на этом устройстве, на таких настройках графики. Загрузилась игра PUBG Mobile на максимальных настройках для этого устройства, смотрим, как работает. Так, высокая графика, высокая плавность. И работает хорошо. Так, чуть-чуть есть фрезы время от времени, но на игровой процесс не влияют. И в целом игра работает на хорошем уровне. То есть в PUBG Mobile без проблем можно поиграть на этом устройстве. Окей, закрываем. Переходим к следующей игре. Assassin's Creed Identity. Увидите игровой процесс. Загрузку пропущу этой игры. Так, загрузилась игра, и видим, загрузилась она на достаточно высокой графике по умолчанию, очень много эффектов разных людей, хорошо прорисован окружающий мир, и при этом все работает плавно. В общем, на этом устройстве, на Honor 10i, с игрушками, тяжелыми игрушками, проблем никаких нет, все запускаются на хорошей, даже максимальной графике в некоторых случаях, и работают отлично. Вот GTA San Andreas и Assassin's Creed работает супер, PUBG на средних настройках, да, там высокие графические настройки, но это по сути средние, работает все отлично. Такая ситуация с игрушками на этом устройстве. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!